Все это время мы не воспринимали женщин всерьез. Мы думали, что это лишь глупенькие создания, которые ничего не смогут добиться в игре без чьей-либо помощи. Но что бы было, если бы нам выпал шанс стать девушкой? Каков бы был наш мир и на что он был бы похож? И именно сегодня мы постараемся ответить на этот вопрос. Viva! Viva! Всем пламенный привет, дорогие друзья, с вами Диларензи. В прошлой серии наша Оксаночка прошла испытание и вступила в Ацтек. Правда, она теперь выглядит немножечко странно. Так, во-первых, я выгляжу потрясающе, сраный ты китаец. Во-вторых, что ты мне сделаешь? В-третьих, извини за мат. Оксана, с каких пор ты умеешь разговаривать? Какая тебе разница? Давай уже начинай свое видео. Ладно, ладно, хорошо. В общем, не будем медлить и погнали выживать. В общем, Оксана времени просто так не теряла. И она достаточно неплохо сдружилась с своими коллегами. И давайте выбежим сейчас на улицу. Ого, тут у нас уже какое-то собрание. Ола, амигос. Привет, сестра. Как ваши гангстерские дела? У нас сейчас проблемы с Рифой. А так в целом неплохо. Что нужно решить? Терки из-за партии травы. Будем ломать им лица за это. Ты с нами? Конечно. Мы же семья. Все, ребята, не успели мы зайти в игру, как у нас уже какое-то дельце вместе с нашими братками. Друзья, прямо сейчас на ваших экранах идет подготовка к тере. То есть мы сейчас едем за пушками, а потом будем вставлять их в рифовцам в задницу, естественно. Да, это жестко. А вот это уже странно, как бы. Чувак, отцепись, отлипни от нас, лизун вонючий. Все, мы сейчас полностью закупились и готовы надрать всем задницы. Мы на месте. И, как я понимаю, мы будем воевать за вот эту вот территорию. Чувак, молодец, молодец, спасибо. Братья, рифы получат за свое. Их пора наказать. Все, появилась табличка, а это значит, что битва сейчас начнется. Воу-воу-воу, смотрите, они на карте нас окружили, черт возьми. Блин, смотрите, мы потихонечку проигрываем рифы, и это не дело. Ой-ой-ой, Оксаночка, темная ее сторона, фак, она меня убила. Так, друзья, не надо сдаваться, и мы вновь сейчас отправимся на теру. Мы встретили нашего братана и едем на скутере. Господи, что за позорище, блин. Мы не должны проиграть в наши первые. Первой тере, какого хрена, ребята? Сейчас будем всех нагибать. Наверное. Так, слазим. Сзади они, сзади, твою мать, они в фургоне, елки-палки. Блять, я забываю каждый раз завести карту, чтобы не бегать с этим чемоданчиком, твою мать. Оп, ух ты, ё, смотрите, на меня сразу трое бегут. Так, ребят, смотрите, вы почти всех завалили. Теперь главный босс Оксанка, хулиганка, версия 2. О, господи, читер, что ты тут делаешь? Ребята, мы затащили. Нам нужно не сдавать свои позиции, смотрите, мы убили троих человек. Где моя медалька? Я думаю, это подойдет. Ребята, и судя по карте, мы сейчас полностью захватили их базу. Ай-яй-яй-яй-яй, твою мать, нас убили, ребята. 3, 2, 1 и... Да, ребята, мы выиграли сражение за территорию. И это было, мать его, крайне удачно. Читеры останутся навсегда в моем сердце. Это было не так просто. Я не ожидал, что ты так хорошо стреляешь. Спасибо, ребятки. Так вот о чем я. Как ты знаешь, мы промышляем травкой и прочим. Ну, по вот этому чуваку сразу понятно, чем вы тут занимаетесь. Сейчас поедем, соберем пару семян. Ну хорошо, ребят, погнали по делам. Мне очень рады, что жизнь гетто до сих пор имеет какую-то атмосферу, и здесь не приходится просто так прохлаждаться. Так, мы взяли квест и готовы к испытанию. Все, ребят, садимся в машинку. Так, мы приехали в лес, и здесь заберем этот кустик, хорошо. Так, я нашел еще один кустик, давайте его подберем. И их способы выращивания тех самых семян достаточно странные. Почему мы ездим в разные точки штата? Так, я вижу еще один куст, хорошо, подбираем его тоже. Пам, 5-й куст. Передал конверт Оксанке, это тебе. О, мне перечислили 10 тысяч, как это мило, блин. Кто проживает на дне океана? Да, ребят, полетать в голубом вагончике я давно мечтал. А можем выпрыгнуть? Надеюсь, парашют будет. А, какой нахрен парашют? Ребята, мне кранты. Ай. Оксаночка, ты жива? Да, ты жива, хорошо.
В общем, ребята, мы снова на базе, а вот и наш босс. Поскольку мы живем травой, то сейчас займемся продажей. Поедем продавать в СФ крупную партию. Мне немного страшновато. Вдруг меня засадят. Все будет хорошо. Оксанка, за тебя колым отдам и душу дьяволу продам. Это, конечно, приятно, но выглядит очень глупо. Не знаю почему, но именно с этими ребятками прям чувствуется полная атмосфера гет. Ебой, отключилось электричество. Это ли не чудо? Ребята мне сказали, что мне нечего опасаться, но все равно нужно держаться более аккуратно, чтобы нас не поймали копы. Все под контролем. Это сказал Ice Cube, поэтому я думаю, ему можно доверять. Вот это сейчас что такое? Это очень интересно, блядь. Они на хвосте. Чувак, ты 2 минуты назад сказал, что все в порядке. Какого хрена происходит? Держитесь. Какого хрена вы не убедились, что за нами нет хвоста? Нас кинули походу. Оу, щит, копы нет. Блин, ребята, походу стрельбы не избежать. Капец, у нас 5 звезд. Жесть, если нас сейчас убьют, я буду сидеть очень долго. Так, их осталось всего лишь 2 штуки, ребята. Давайте окружаем их. Вот этот трус поганый, вылазь отсюда. Тебе кранты, чувак. Все, отличная работа. Скрылись. Жаль, вот авто сломано. Думаю, на сегодня хватит с тебя. Оп, еще 10-ка сверху. Отлично. Работать с ацтеками это очень приятно, потому что они всегда накормят тебя деньжатами. Жаль, такой контракт пропал. Все еще будет. А теперь нам пора разделиться всем. Все, ребята, мы разбегаемся, чтобы нас точно копы не спалили. А! Вы че? Что происходит? Нет. Блин. Ребята, это было вообще неожиданно. Пошли вы к черту. Оксаночка, беги от этих имбецилов. А! Бля, все. Меня захватили, ребят. Господи, Оксаночка явно удивлена, что ее поймали. И это, блин, очень грустно, потому что я думаю, мы сейчас займемся своими делами. Но, увы, нам, походу, придется сидеть в тюряшке. Едем в участок, Джесус. Вы имеете право хранить молчание. А вы имеете право пойти в жопу. Оба. Да, ребят, я сейчас уломал копов. ПРП меня отпустить по женским делам. Сделаем вид, что мы здесь сейчас присядем. Да эй, не подсматривайте за мной, вы что там делаете, а? Вы что делаете? Я сру, не надо, пожалуйста, меня стрелять. Оба, Тони Хилфигер приехал. Чувак, спасибо тебе большое. Ребят, может договоримся. А вы кто? Я брат. Вы понимаете, это особо опасный преступник. Так что договориться я не вижу возможности. У меня есть сумма, чтобы закрыть это дело. Я думаю, это дорого обойдется. А эти ребятки не такие уж и простые. Оба, все. Наш сквад подлетел, только я даже сам не вижу, откуда они стреляют. А вон они, ребята прибежали. Твою мать. Они убили нашего брата, нет. Боже мой, я буду тебя помнить как самого храброго из нас. Ну что же, друзья, в общем, наша Оксаночка отправляется в бега, чтобы ее точно не поймали копы. И на этом мы будем с вами прощаться. С вами был Делорензи и самая скиллованная чувиха из гетто Оксанка Хулиганка. Если вы хотите начать игру на сервере, на котором играю я, то IP будет в описании. Встретимся в следующих видео. Всем удачи!